7 января из аэропорта Иваново в Москву и Санкт-Петербург начнут летать более вместительные судна. Перевозки будут осуществляться самолетами «Бомбардир CRJ-100-200». Эта модель признана одной из самых надежных в мире. Салон рассчитан на 50 пассажиров. До этого летать в Москву и Санкт-Петербург приходилось на 8-местном «Пилатусе». Пассажиропоток увеличился, и пришлось поменять самолет на более вместительный. Теперь авиакомпания будет выполнять 10 рейсов в неделю по маршруту Иваново-Москва-Москва-Иваново и 4 рейса в неделю по маршруту Иваново-Санкт-Петербург-Санкт-Петербург-Иваново.